Во время экскурсии хореографов познакомились с уже имеющейся экспозицией, посвященной балету. Как и полагается, гости пришли не с пустыми руками. Лучший подарок – это книга. Собственно, ею и пополнилась коллекция. В издании упомянута вилла основателя Дендрария, названная в честь жены Надежда. Говорили, конечно же, о балете и о самом Худякове. Известный хореограф Юрий Григорович вспоминал о временах, когда первый раз увидел дом Худякова десяток лет назад. Мы пришли к этому дому. Значит, совершенно в ужасном состоянии дом, фасад, вернее, забитый вот так вход двумя досками. И ни о каком Петипа, ни о каком Худякове в этом городе Сочи никто не говорил. Никто. Сегодня, отметил маэстро, ситуация в корне поменялась. Конкурс «Молодой балет мира», проходящий в Сочи, носит имя Худякова. Знатока балета, написавшего уникальный труд «История танца», до сих пор помнят в Мариинском театре. Не забывают о нем и в Сочи. На вилле воссоздана атмосфера того времени, когда там жил ее основатель. Собрана уникальная коллекция, и она открыта для всех желающих.